ошейник я ему надел. О! Вырвалось. А, видно, ему укол вкололи. Ну, укол. У него демодикоз еще. Да, 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 да. Вот я ему же вкололи укол. Вкололи от демодикоза. Все. И видно, вырвало. Да, вырвалось. Шарик. Этого щенка привезли нам в день, когда Франти ушла из жизни. Никогда Валентина не радовалась так вновь прибывшему щенку, как этому. То ли Бог, то ли кто еще прислал его к нам, чтобы мы позаботились о нем. А у малыша запущенный демодекоз. «Мы его вылечим», — сказала Валентина. И он скоро присоединится к своим сверстникам и будет играть и радоваться жизни. Назвали его Патрик. Ему примерно 2,5 месяца. Эй, малыш, где вы? Срочно-срочно! Нужно Бравекта! Срочно, мои хорошие! Нам не хватает, ребята, пожалуйста! Ребенку очень-очень нужно Бравекта! Прошу вас! Друзья, если есть возможность, пожалуйста, помогите купить Бравекта!